Несмотря на проевропейский курс Украины, коррупция не сдается. В Днепре разгорается бизнес-скандал. Гражданская супруга депутата Горсовета Владимира Панченко пыталась оформить на себя более 20 фирм, в том числе банк. Как развить мощный бизнес при доходе в 3000 гривен в месяц? Разбирались наши корреспонденты. На днях в регистрационную службу обратилась 56-летняя женщина. Принесла пакет документов. По словам сотрудников коммунального предприятия, захотела переоформить на себя 21 фирму. В том числе и один из банков с активами 200 миллионов гривен. Количество сделок вызвало у регистраторов подозрения. К тому же с документами были проблемы. Вызвало сомнение то, что это один нотариус. И когда мы проверили нотариальные бланки, выявилось, что они были использованы еще в 2015 году. Фальшивыми оказались не только нотариальные бланки, но и заявления акционеров о продаже своих долей бизнеса некой гражданки Шакун. Также на договорах были подделаны подписи настоящих владельцев бизнеса. Регистратор открыл нам документы, те, которые были предоставлены. Там мы увидели как бы не наши подписи под этими документами. Как выяснили общественные активисты, Шакун – гражданская супруга депутата Горсовета Днепра Владимира Панченко. На переоформление готовили не 20, а 60 фирм. По такой схеме, если бы силовые структуры не отреагировали быстро, если бы фирмы не заметили такой манипуляции, то через пару месяцев доказать, что эта фирма не Панченко, было бы тяжело уже. Все фирмы являются рабочими, то есть они ведут коммерческую деятельность. Никаких связей с семьей Панченко у этих фирм не было. Супругу депутата задержали. Ближайшие 2 месяца она проведет в следственном изоляторе, если, конечно, не внесет залог 128 тысяч гривен. Тем временем общественники запечатлили нескромный домик семьи Панченко. Расположен он в элитном поселке недалеко от города. Усадьба площадью 600 квадратных метров огорожена высоким забором. А еще семья владеет недвижимостью в Донецке. Когда уже у нас шла война, у нас жена депутата Панченко спокойно покупает недвижимость в городе Донецке. Мы начали смотреть дальше и увидели, что он далеко не всю недвижимость, которая им принадлежит, задекларировал. Активисты отмечают, депутат Горсовета Владимир Панченко умудряется приобретать недвижимость, жить в роскошном загородном доме при скромных доходах около 3000 гривен в месяц. Такую сумму он задекларировал в 2016 году. Елена Медалюк, Евгений Кодинцов, подробности, телеканал Интер, Днепр.